Перешел я тут немного к нормалке. Запек вот такие штуки. Сейчас надо найти все артефакты. Вот, например, подтяг видно. Это надо будет исправить. Были сложные моменты вот в таких вот местах. Несколькими разными способами пытался паски отбить, но в итоге пришлось хайполить. Вот такая хайполи у меня. Вот эти штуки сделал флоутерами, то есть там по сути ничего нет, это висящая геометрия. То же самое резьбу отбил флоутерами. Взял от болта вот эту штуку и ее просто, ну, подогнал, размножил, затащил в дырки и потом забейкал нормально. Хайполи очень грязно сделал. Основные моменты — это вот квадратные штуки. Лупы. Пытался в зебре сделать, но что-то там. Я пока не специалист по зебре. Делал старым способом. За топологией особо не следил. Вот здесь, кстати, косяк. Хорошо, что стал показывать. Вот такие косячки везде, шейдинга надо будет исправить. И все, буду продолжать. Так, у меня уже захайполено колесо, болт. Вот эта тяга. Колесико. И штуками. Так что вот дело идет потихоньку.